Почти на 20% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Алтайском крае. Об этом сегодня сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В крае зафиксировано 26 тысяч случаев заражения. Цифра превышает эпидемический порог, но это уже меньше, чем было зарегистрировано ранее. На данный момент в крае объявлен карантин в 9 школах и 22 детских садах. Для сравнения, на прошлой неделе на незапланированные каникулы ушло вдвое больше учебных заведений. В какой-то мере погодные условия, то, что стояли у нас морозы, это способствовало не распространению дальнейшего размножения вируса. Мы своевременно ввели противоэпидемические ограничительные мероприятия. Происходило массовое приостановление учебного процесса, то есть дети были максимально разобщены. И сейчас можем говорить, что сейчас болеют в основном больше взрослые. Несмотря на то, что вирус начал отступать, специалисты советуют пока не расслабляться. Избегать массового скопления людей, пользоваться защитной маской, тщательно мыть руки, особенно после улицы или общественного транспорта.